На неделе широкий резонанс получила история с возбуждением уголовного дела в отношении начальника отдела муниципального казенного учреждения «Махачкала-продукт» и ряда сотрудников столичных школ, подозреваемых в хищении продуктов, предназначенных для детей. Основанием для расследования послужили материалы проверок, проведенных столичной мэрией. По данным следствия, начальник одного из отделов «Махачкала-продукт» ежемесячно предоставляла заведующим производством школ продукты питания сверх необходимой нормы, после чего излишки реализовывались третьим лицам и в торговые объекты. Полученные деньги участники группы присваивали себе. Общий ущерб от незаконных действий составил 2 миллиона 800 тысяч рублей. Поступают жалобы от родителей и воспитанников городских школ на обеспечение горячим питанием учеников младших классов. По поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева нами усилен контроль за горячим питанием учащихся с 1 по 4 классы школ муниципалитета. Мы внесли изменения в состав родительского штаба по вопросу модернизации образовательной инфраструктуры и организации горячего питания в общеобразовательных организациях и увеличили присутствие родителей и школьников. Городской штаб уже на протяжении нескольких недель при активном участии родителей занимается рассмотрением сигналов, поступающих из разных образовательных организаций города. При выявленных фактах ранее были приняты кадровые решения в отношении руководства Управления образования и МКУ «Махачкала-продукт». На данном этапе также выявлено несколько фактов серьезных нарушений, которые были нами зафиксированы, и материалы направлены в правоохранительные органы для соответствующего реагирования. Мы запускаем горячую линию, по которой вы можете обратиться по всем беспокоящим вас вопросам. Все обращения будут аккумулироваться под завершение рабочего дня ежедневно у руководства Управления образования города. Номер горячей линии 8 800 10 10 304.